Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Слухи о том, что актриса Анастасия Заворотнюк покинула РФ для нового курса лечения, не подтвердились. Как пишут медиа, информация такого рода была не более чем порцией сплетен от телеграм-каналов. На деле же Анастасию заметили в центральной клинической больнице с поликлиникой, ЦКБ в Москве вместе с супругом Петром Чернышовым. Один из медработников заявил, что состояние Анастасии вновь ухудшилось, пришлось провести плановую госпитализацию. Однако причин для беспокойства нет, ничего серьезного, уверяет он. Впрочем, до сих пор никто так и не смог похвастаться фотографией страдающей от раковой опухоли Анастасии, сообщает Popcake TV. С другой же стороны, папарацци сами могли утратить к этому интерес. Семья актрисы никого к себе не подпускает. Остается лишь надеяться на ее скорейшее выздоровление. Одна из медсестер в ЦКБ заявила, что пока что в больницу не обращался ни один журналист за снимком Анастасии за взятку. В этой истории каждый стремится соблюдать негласный закон этики, что, безусловно, радует ответственных за жизнь пациентов врачей. «Поверьте, все не так плохо, как пишут в СМИ», — заявила медработница. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр!